Мы глазам не поверили. Он был сам не свой. Без паники, мы выясним, в чем дело. Спасибо, но времени почти нет. Извини, мне пора. Не волнуйся, я разберусь. Он был в порядке, но... Есть идея. Детектив Спенза спешит на помощь! Шейкс оставил тут телефон. Мы закрыты. Знаю, но Кул Джо разрешил. А он сказал, скажи Стиве, чтобы он пустил тебя. Это ты, Стиве? Да. Тогда скорее впусти меня! Мы на стадионе Страйкерленд. Сегодня здесь собрались тысячи болельщиков. Кто же одержит победу, суперстрайкеры или техникали? Что бы он ни делал, надеюсь, поможет. Он не дает мне мяч, я не забиваю. Все плохо. Давай, Спенза. Не входить. Но детективу-то можно. Обыграть непобедимых им будет непросто. А теперь поговорим о страйкерах и о самом популярном игроке Суперлиги, легендарном Кул Джо. Сможет ли он оправдать ожидания в сегодняшнем матче с Техникали? Скоро все узнаем. Это странно. Бинго. Ну же, получи, уведи, обхитри, отвлеки. Получи, уведи. Спенза, ты что-нибудь узнал? Да, с ним все нормально. Здорово, ты уверен? Я знаю, кто его подставил. Это был... Алло? Спенза, алло! Как нет денег? Только не это! Мне срочно нужно на стадион! И матч начинается! Суперстрайкеры против клуба Техникали! Надеюсь, на этот раз Кул Джо не подведет команду. Кул Джо, главное, не волнуйся, все получится! Кто сказал, что я волнуюсь? Я в норме! А сейчас отстань от меня и жди передачу! Не переживай, бро. Он не со зла, я уверен. Что ж, вперед! Мы должны выиграть. Да, капитан. Кул Джо! Я в порядке, Раста! Шейкс просто хотел помочь. Ты его кумир. Знаешь, первый шаг к решению проблемы – признать, что у тебя проблема. Раста, я потерял чувство ритма. Ничего не выходит! Он вернется, бро. Я в тебя верю. Просто постарайся. Как только смогу, отдам голевую передачу Шейксу. Другое дело, бро. Победа витает в воздухе. Давай, давай! Я должен успеть до конца матча! Кул Джо показывает не самый лучший футбол. Раста проходит центр поля. Мяч у Кул... Попытка номер два. И снова потеря мяча. А? Кул Джо, я открыт! Безнадежно. Мяч у капитана страйкеров. Но уже слишком поздно. И первый тайм подходит к концу. Останется ли Кул Джо на поле во втором тайме?
Может, моя песня больше не работает? Я слушал ее дома перед первым матчем. И перед тренировкой на базе. И сегодня тоже. Но все напрасно. Остался один способ. Если и он не поможет, на карьере футболиста можно ставить крест. Запасной вариант на крайний случай. Так гораздо лучше. Да, вот так. Круто! Ха-ха! Посидишь на скамейке запасных. Оно вернулось! Мое чувство ритма! Не могу рисковать. Нам нужна победа. Тренер, он не шутит. Это правда. Видите, он снова танцует. Тренер, если мы не забьем в первые 5 минут, я сам попрошу замену и уйду с поля. Надеюсь, я не пожалею. Вот-вот начнется второй тайм. Вопрос в том... Выйдет ли на поле Кул Джо? Мяч у Расты. Отлично, очередь Кул Джо. Сначала пас получи. Ух ты, хорошее начало. Потом мяч уведи. Врага обхитри. Вратаря отвлеки. Кул Джо навешивает в центр. Гол! Нет, 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 нет! Этого не должно было случиться! Похоже, король навесов вернулся. Билет. У меня нет билета. Без билета нельзя. Послушайте, мне очень нужно попасть внутрь. Кстати, Шейкс – мой близкий друг. Не сомневаюсь, но без билета не пущу. Что же мне делать? Не хотел бы я оказаться на месте ребят в желто-синей форме. Красно-белые не оставляют им ни единого шанса. И снова гол в ворота Техникали. Во втором тайме левый фланг страйкеров сыграл безупречно. Кул Джо был на высоте. А Шейкс записал на свой счет еще 3 гола. Увидимся на следующей игре. До скорой встречи! Ребята, пластинки подменили, поэтому ты сбился. Мы знаем Спенза. Кул Джо сам догадался. Если б только знать, кто это сделал. Так это он подменил пластинки. Я нашел жучок у тебя в комнате. Он установил его на вечеринке. Вот как значит. Эй, Шейкс, прости, что сорвался сегодня. Я знаю, ты хотел помочь. Ты дал мне забить 3 гола. Этого достаточно, но... Будь у тебя цифровой плеер, ничего подобного вообще бы не случилось. Ты что, правда хочешь, чтобы я выбросил все свои пластинки? Не дождешься! Ха-ха-ха!